А что открывать надо? Сейчас я скинул сообщение одно в чат. Вот, там первая ссылка, ну, она подписана. Это урок по установке программ, которые нужны. Я это делал на Windows 10. Вот. А второе – это плейлист с предыдущими занятиями. Ну, те, которые сейчас идут с этого года, они называются Hello World. Также еще там подключайтесь в чатик по питону. Сейчас я найду его. Вот он. Вот, там будут проблемы. Пишите туда. Вот. Ну, я постараюсь понятно объяснять, но это уже не первое занятие, поэтому может быть достаточно непонятно, но просто пока послушайте тогда. Вот. Так, Иван, ты у нас, я так понимаю, тоже первый раз, да? Да, но я когда-то устанавливал, поэтому у меня все есть эти. Ну, хорошо тогда. Вот, тоже будут, если проблемы, все то же самое. Подключайся там в чат. Это третья ссылка, которую я скинул. Вот, и пиши. Да, Кирилл? Еще вроде, насколько я помню, Захар, его раньше не было. Ну, Захар, да. Я к нему и изначально обращался. А какую ссылку? Первую, вторую или третью открывать? Вторую плейлист. Смотрите, третья ссылка – это чат по Питону. Туда можете вопросы задавать, делиться своими успехами и так далее. Вот, даже А если проблемы какие-то будут. Первая ссылка – это урок по установке нужных программ. Можете эти ссылки себе сейчас там открыть где-нибудь, ну, просто там сохранить, чтобы они у вас были. Вот, и после занятия потом по ним перейти, посмотреть их и так далее. сейчас что мы можем делать с вами? Сейчас можете просто послушать, и если какие-то непонятные вещи будут, именно как работает вам какие-то вещи, например, когда мы программу будем писать, ну, конечно, вам сейчас все будет непонятно, но именно по логике, по тому, как оно на абстрактном уровне работает. Но сегодня мы будем с ребятами определяться, что мы будем делать, именно какой бы проект, грубо говоря, проект они бы хотели взять. Вот. Есть, ребят, Так, мы какие-нибудь же вроде пожелания? бы еще даже телеграм-бота не закончили. Телеграм-бота толком не закончили. А, да, точно. Мы Точно. ж, ну, да, пока что еще новый проект рано. Ну, на самом деле, я не скажу, что я прям в нем профи и смогу вам все про него рассказать, но давайте еще что-нибудь все-таки расскажу. А, можно Хорошо бы вопрос? было, да? Это вот, допустим, я хочу, чтобы человек заходил на бота, и у него сразу же была ссылка, может, на какой-нибудь YouTube канал, чтобы заходить. Если вот там, допустим, я блогер. Но это через, ты имеешь в виду вот такой же вот приветственное сообщение, Ну а, да, или... такое же приветственное сообщение, только вот так вот, чтобы сразу же там была ссылка, и на нее можно было зайти там. Ну, там, насколько я помню, сам Telegram не дает возможности именно ссылку вставить. Там лучше либо в... Питоне Давайте... парсингом заниматься, да? Нет, Ой, сейчас блин, что я я тебе хочу скажу, что я сказать? имею в виду. Так, а где? Ладно. Я имею в виду в description, как по-русски будет description. Я имею в виду ссылки работают зато вот в этом месте в информации о боте. Вот. Это можно сделать, просто там написав set description вроде. А, вот. Edit description. Ну, просто пишем, значит, help. Help. Вот, help. Пишем боту. Дальше my bots. Выбираем бота, который нам нужен. И дальше получается тут edit bot. И дальше edit description. Вот. И
там нажимаем просто. Ну или edit about. Вроде бы edit about, либо edit description, сам посмотри. А можно, можно сделать, получается, так, чтобы, чтобы вот, допустим, вот писал боту какую-нибудь. Допустим, открой двоеточие, и чтобы бот, допустим, ой, троеточие. Открой настройки. И чтобы он открывал настройки бота. Это настройки. Вот именно... Ну, да-да-да-да-да, вот типа информация об боте. Но это все равно информация, она через Botfuzzer делается. Это все-таки Telegram, он так устроен. Ну, я понимаю, но нельзя сделать так, чтобы открывалось. Именно из самого твоего робота не получится так сделать. Вот, через Botfuzzer это да. Ну, это просто такие вещи, какие, которые сам бот, он в себе не может менять. Вот. Но, к сожалению, вот так вот сделано. Окей, я понял. Вот. Но что можно сделать? Например, можно сделать всегда любой пользователь, когда запускает бота, он сначала пишет ему старт. Вот как раз-таки на этот старт можно сделать, чтобы он реагировал приветственным сообщением. Давайте как раз сделаем это. Ну, это легко. Это, по сути, просто да. Можно сделать то же, что мы делали и с другими сообщениями, только туда вставить да. Старт. Да. Давайте какую-нибудь придумаем задачу для бота, и которую мы будем реализовывать. Я не знаю, например, давайте возьмем, заодно пройдем библиотеку Pillow, заодно я ее вместе с вами, заодно получше узнаю. Вообще была идея у меня сделать такого робота, которому скидываешь картинку, пишешь некий текст, и он тебе скидывает демотиватор этой картинки с нужным текстом. Но статейку я что-то не смог найти, она у меня, скорее всего, где-то в Телеграме. Вот. И поэтому сейчас... Давайте сделаем какой-нибудь... Ну, чтобы он, бот у нас превращал картинку в черно-белую и отправлял нам. Допустим, получается... Может, выделял бы просто. Выделял картинку? Выделял там какой-нибудь определенный предмет. Можно так сделать. Но я... Это можно сделать, знаете, скидываем роботу... боту картинку человека, например, и он выделяет на этом месте лицо человека. Ну, все, можно и так. А можно размыть просто задний фон. Да. Но это... Я на выделяю это имею в виду. Угу. Давайте я себе поставлю напоминалку, чтобы я напомнил себе сделать как раз-таки заготовку на это дело. А сейчас давайте что-нибудь попроще сделаем. Давайте попроще сделаем. Вот. 5 секунд, ребят. Так, все, я себе напоминалку сделал. Значит, давайте сделаем просто генератор осмысленного текста. Я как-то раз такой делал, и он достаточно очень простенький и забавный. Новый файл надо? Да, сейчас я кое-что сделаю. Значит. Упс. Для начала расскажу такую интересную штуку, такую забавную достаточно вещь, которая, получается, мне как-то раз скидывали картинку. Не знаю, может быть, я сейчас найду.
Сейчас найду. Сейчас найду. Можно вопрос? Да. Это если я, получается, смотрите, напишу программу, и у меня одновременно будет еще работать другая программа. Это они не помешают друг другу, если у меня сейчас Telegram работает просто. У тебя откроется другая консоль просто с, ну, другой Ну, то есть у раутер. меня откроется другой shell. Ну, по сути, да. А, окей, я понял. Но они не Не помешают другой. друг другу. А в этом, в идле, кстати, что произойдет? Я не знаю, попробуй. Я не помню, что в идле Тогда... произойдет. Так, сейчас, ребят, кое-что просто подготовлю тут. Хотел текстом сделать красивенько. Ну ладно, сейчас объясню, как мы будем... Да, Стефани? Ну, получается, смотри, если писать в VDL, ну, идли, если этот идл в интернете, то там не все работает, я точно проверяю больше столько в нем. Ну да, надо смотреть, попробуй. Вообще он, Кирилл, пишет в идл, который питоновский. Вот. Что-то сегодня какой-то я не собраться никак не могу с мыслями. Значит, представим, что вот эти квадратики — это некоторые, некие абзацы. Вот. И они, значит, выстроены. Да, Стефани? Как ты так быстро их делаешь, эти квадратики? Я Ctrl-C, Ctrl-V. Это еще Да. медленно. Ну, по одному их. Вот. И тут представим, что у меня находятся в этих квадратиках некие абзацы. Вот. И они по-разному начинаются. Ну, я еще покажу вам списки примерно, какие это абзацы. Вот. И значит, тут везде они разные. Это, допустим, какое-то начало определенное, и мы их можем вот так вот по-разному комбинировать и соединять. И тогда у нас получится, кстати, вполне осмысленный текст. То есть мы можем это рандомить, перемешивать, и у нас получится вполне осмысленный текст. Как это будет выглядеть? Как это будет выглядеть? Значит, давайте откроем наш. Нет, не то. Где же у нас тут было-то? А, вот, let's не спать. Так, значит, Telegram-бот, значит, и тут будет... А вот прямо здесь сделаем. Значит, у нас будет... У нас будет несколько списков. Ну, вот они вот такие вот обычные самые. Вот, значит, это... Значит, у нас будет первый столбик. Это начало. То есть вот как раз-таки вот эти вот квадратики первого столбца. Дальше квадратики второго столбца. Тут какой-то текст. Не помню, я давно делал там. Я его вручную. Нанесен. Не мешают друг другу. Да. Вторая программа не работает.
Вторая программа не работает. Ну, значит, вот так вот, в принципе. Можешь открыть просто второй идол. Вот. А, ну, Можешь открыть хорошо. второй идол, и должно там как раз работать. Это как две консольных сессии, ну, как два открытых терминала. Вот, по идее, Да, мешать друг другу не должны. Вот, и значит, у нас получается так вот четыре столбца, и вот тут разные квадратики, то есть вот они. И так вот их перемешивая, то есть, допустим, возьмем вот, вот этот квадратик отсюда, допустим, товарищ, вот, дальше какой-нибудь, допустим, вот этот квадратик, и получается, что товарищи, дальше рандомный квадратик, новая модель организации деятельности, дальше, допустим, второй квадратик требует от нас анализа системы массового участия. То есть это бессвязный бред, но он не выглядит как бессвязный бред. Просто потому что вообще текст можно любым, но главное его так достаточно хорошо подобрать. Вот. И значит, что? Вообще можно это сделать и получше, не отдельными списками. Можно это сделать в одном словаре. Вот. И придумать креативное решение, но мы сейчас попозже это сделаем. Для начала просто сделаем попроще. Значит, допустим, пусть будет у нас команда gen, ну, то есть generate. Так, bot.messageHandlerCommons gen, допустим, generate 1. Ну, нет, пусть будет покороче, gen 1. Дальше dev generate message. И значит, просто отправляем ответ отправителю, но нам нужно еще собрать посылку, которую мы будем ему отправлять. Значит, текст равняется. И теперь нам нужно просто выбирать рандомный квадратик, вставлять его в сообщение и так со всеми четырьмя списками сделать. То есть рандомный квадратик из одного, второго, третьего, четвертого списка берем. Ну, для этого нам нужно импортировать модуль random, значит, from random import choice. Random import choice. Да, Кирилл? Вот это вот все сейчас надо писать, да? Я правильно понимаю? Ну, если вы мазохисты, да, а так сейчас лучше я вам скину файл просто в теле. Это, смотрите, вы вот это вот все, что там было синеньким, это все надо было писать. Или это просто комментарии? Сейчас я не совсем понял. Откройте файл. Да, сейчас. Синеньким это, скорее всего, просто текст он так подсвечивает. Ну, так строки вот, у него так подсвечиваются. Ну, это нам бы все вот это вот надо было писать. Ну, если вы хотите, можете, но лучше скачайте из чата конференции файл и просто это оттуда скопируйте. Вот. Там даже остался мой токен. Вот, но не балуйтесь с ним, окей. Так, у меня отвечаю, например, за все время заработал. Теперь надо глядеться, куда что нажимать. Ну, смотри, если все-таки компьютер не очень мощный, то, наверное, все-таки не стоит, потому что это такая штука достаточно требовательная. Это вы ну, относительно. Я про PyCharm. Стефани мне просто написала, то у нее PyCharm заработал. Это так, вот. А если ваш токен, то что мы будем делать? Вставляй свой токен. Нет, просто мой файл, просто из него вот эти штуки скопируйте, вот эти вот списки и к себе вставляйте. Остальное, в принципе, не важно. Сейчас мы это все вместе напишем. Ну да, окей, сейчас. Так, вот это, я думаю, можно
убрать. Я его не понимаю, как его теперь запустить. А его не надо запускать, надо просто... А, PyCharm? Ну, просто поиск там Windows на лупу нажимаешь и пишешь PyCharm. Вот. Ну, либо смотришь, куда ты его установила, если там какую-то определенную папку выбирала, там есть PyCharm.exe. Вот, главное, там, не перепутайте с установщиком. Часто, когда в поиске пишешь PyCharm, он выдает PyCharm Community Edition, но это установщик. А там должен быть просто PyCharm. Так. Так. Значит, когда мы будем боту писать ген 1, у нас будет формироваться сообщение. Ну, давайте пока сделаем способ попроще. Ну, сделаем сначала, давайте, такой линейный код достаточно. И, значит, choice list 1. И так вот, плюс choice list 2, 3 и так далее. Так, choice list 2. Choice — это выбор с английского. Вот, ну, имеется в виду, он рандомно выбирает из списка какой-нибудь элемент и его вставляет. Вот так вот, они все соединяются вместе. Выбор с английского код будет choose. Ну, choose. Вообще там почему-то «ы» читается, но... Ну, choose, просто, по сути, choose, потому что ну, там да, две «о». Но тут одна всего. Странно. Ну, тут, ну, как читается. Ну, как, да, как слышится, так и пишется. Вот, ну, я привык просто какие-то вещи я нормально говорю, а какие-то вещи я говорю choice. Message. И так далее. И по идее у нас робот, он робот, должен уже работать. Ну, давайте сделаем ген 1, чтобы у нас было сообщение покороче. Давайте просто вот сделаем сейчас, сделаем так. Нет, пока просто вот ген пусть у нас будет. Геннадий. И, значит, давайте запустим программу. Запустим программу. Я сейчас запущу Telegram. Надо еще найти этого бота. Вот он, кажется. Да. Сейчас я включу демонстрацию экрана. Да, Кирилл? Что мы сейчас пишем или вообще сейчас не пишем? Я запутался. Сейчас я покажу. Сейчас экран вы видите нормально? Что-то... Да, вроде. Значит, пишем ему ген. Вот так вот. И вот наш осмысленный текст. Он каждый раз будет рандомиться. Вот так вот. То есть каждый раз будет новый, но, конечно, количество вариантов, оно ограниченное, вот. Можно посчитать, я не помню сколько, раз, два, три, четыре, пять. Пять в четвертой вроде бы степени это будет. Вот. Это, то есть в Telegram-бот надо просто написать ген. Да, Telegram-боту надо будет просто написать ген, но вот это вот реализуйте просто вот функцию с декоратором этим. Вот, и тогда да, будет... Можете в чат скинуть. Да, конечно. Сейчас мы это будем делать красивше. Вот, и сделаем, чтобы у этой команды были какие-то аргументы. Ну, мы пишем ген, например, пробел, и дальше цифру 1, например. Вот, и чтобы этот бот мог все делать. Вот, может быть, есть какие-то особые методы, но я обычно делал просто... Ну, сейчас покажу, как я обычно делал.
Я просто... А после чего это идет? Вот это вот то, что вы скинули. Вот это, message. Ну вот после... Это не важно, хоть... Ну, оно должно быть... Оно должно быть в любом случае ниже, чем вот эти лист и бот и так далее. А так, как они вот эти функции между собой перемешаны, это не важно. Вот, ну, оно после, после всех списков можно. Можно после start и help. Вот. Разобрался где? Да. Хорошо. Так. Так. Вот тут 6, например. 2, 3, 4, 5. 6, 2, 3, 4, 5. Где-то 6, где-то 5. Я не помню, как количество комбинаций посчитать. А, наверное, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Да, 22. Так, и, наверное... Не помню. 22 в четвертой степени, это там, он мне показал 230 с лишним тысяч, что-то там, 234 тысячи вариантов, ну, не знаю, я, наверное, что-то не так посчитал. Но не в этом суть. Вот эта функция готова, работает или пока еще нет? Или пока еще не готова? Кто писал, может быть, и готова. Так. Так, ну, как допишешь тогда, дай знать и запускай. И скажи, как оно. Получается или нет. Вообще, если код не работает у кого-нибудь, ну, говорите, ребят. Да, Саш? Я понимаю, что код должен что-то выполнять. Да. Мы должны, когда будем писать роботу /gen, он будет отвечать вот каким-нибудь таким сообщением, ну, рандомным. То есть там, вот, ну, вполне текст вроде бы осмыслен. Таким образом, место обучения кадров повлияет, кадров позволяет выполнить важные задания в разработке системы. Можно один вопрос? Да. Это вот... Там, где после commands gen dev generate, это с пробелом или без? Вроде без. Так. Без. Dev, дальше пробел, generate и скобки без пробелов. Ага, так, а получается bot send message и текст у вас там что-то написано? Текст — это как раз-таки вот это переменная текст. Вот, и она равняется все вижу. Вот этому, угу. Вот да. Этой строчке, где мы все. Выбираем разные элементы, и получается вот так вот. Можно сделать, конечно, такую веселую штуку, которая будет, наверное, непонятная. Значит, текст равно вот так вот. Точка join. Точка join. I или так не получится. А, ну, не получится, потому что у нас разные списки. Если бы у нас был список списков, вот, тогда бы
Получилось. Ну, можно сделать это сейчас в один словарь. Ну, наверное, сделаю list, чтобы сейчас не делать. Вы этого не делайте, я просто сейчас покажу, как вообще может быть. Вот, это, конечно, не особо лучше сделать просто отдельным словарем. Ну, хотя, либо просто списком из списков, просто где вот такие вот списки будут в одном списке. Списки. Много слов в списке. Вот, и значит, I choose I for I in list of lists. И по сути, вот эти две строки, они в итоге выполняют одну и ту же функцию. Да, Саш? У меня почему-то он в предыдущей строке подчеркивает красным это слово choice. А нужно вначале написать вот такую строчку. Ну, импортировать рандом и да. Из него импортировать choice. Да, сейчас напишу. Так. Саша, спасибо за вопрос. Я тоже не написал. Вот как важно задавать вопросы. Ну, хотя вы вроде и не стеснялись задавать. Так, ну давайте, ладно, сделаю все-таки список из списков. Вот. Ну, в принципе, ладно, пусть и так будет. Ну, это вам просто показал синтаксический сахар тут. Цикл for в одну строчку. Можно вопрос? Это там получается import random, import choice? Или from random, то есть from из рандома import импортируем choice. Окей. Uh-huh. Okay. Стефани спрашивает, куда что нажимать. Создай PPTX какой-то создала. А сейчас покажу, как. Ребят, пока пишите, как создавать новые проекты в PyCharm. Сейчас покажу. Изначально должно быть. Сейчас покажу. Примерно вот такое окно, только вот тут без проектов. Нажимаем New Project, пишем название проекта, ла-ла-ла, и у нас получается открывается пустой проект. У нас появляется, ну там создается все и так далее, то есть файлы тут закрыты, тут ничего нет, и нужно просто на верхнюю самую папку нажать правой кнопкой мыши. Да, Саш? У меня все равно еще что-то не пишет. Ничего не пишет бот на команду. А покажи экран сейчас. А. Ctrl-S, может, нажми. Ну, Саша, наверное, в PyCharm'е пишет. А. Да, Саша. Так. Лотарев написал ген. А, смотри, ты чуть-чуть пониже сделай. Вот, там, видишь, у тебя на 43-й строке там слэша перед ген не должно быть. Там он и так это определяет как команду, потому что мы пишем commands, поэтому там, в принципе, слэш указывать не нужно. Вот. А, ну, он сам... Когда мы пишем слэш, бот, он сам понимает, что это какая-то команда, поэтому... Ну, в общем, в этом. В декораторах это делать не надо. Ну, сейчас пробуй. Нет, боту нужно писать со слэшем. Слэшом. Угу.
Вот. Можешь несколько раз нажать, и текст будет каждый раз почти разным. Ну, иногда там могут, конечно, ситуации проявлять, получаться. Можно вопрос? Да. Это вот это вот bond send, bot. Почему bond? Bot send Извините, message. прости, Кирилл, сейчас 5 секунд. Да, Кирилл. Bot send message. Вот, это с двумя, я так понял, энтерами. Или можно, это вообще не важно. Так. Вот send message. Вообще не важно на самом деле. То есть я могу это как делать с одним пробелом, так и без одного пробела. Ой, блин. С Ну, одним да, с энтером, и с отступом. двумя, и с тремя, и с четырьмя. Да. Окей, все, я понял. Но это писать надо на уровне текста. Да. Ну, по отступам. Все, Сейчас спасибо. покажу. Вообще эти энтеры, эти пустые строки, они делаются для того, чтобы код выглядел блоками по функционалу. То есть вот у меня, допустим, функция start, она у меня такая скучкованная, потом идет воздух. Дальше опять скучкованно воздух, то есть чтобы у меня код слипшимся не был. То есть давайте я вот так вот все сделаю. Я вот не люблю. Вообще сейчас я почти никогда не вижу, чтобы кто-то вот так писал. Даже в Arduino там все-таки с отступами пишут. Вот если бы мы эти пробелы не писали, у нас код и так будет хорошо работать. Он даже меньше места занимает, наверное, в памяти. Тоже чуть-чуть поменьше, там на парочку байт, Ну, я наверное. понял, я понял. Вот, но код выглядит отвратительно. Хотя он по функционалу тот же самый. Пам, пам, пам. Аж. Он так просто тяжелее читается. Вот, а так лучше. Так, ссылки. Вот, и пользуйтесь вот этим сочетанием клавиш Ctrl-Alt-L, чтобы код форматировался по P8. Ну, то есть там и отступы появятся там, где нужно. Вот так вот. Значит, давайте модернизируем немножко нашу программу. Сделаем, чтобы у нас были Это как что мне будто надо писать боту? ген, слэш-ген. Слэш ген, слэш какой? Обычный. Обычный слэш, а их всего Ну, два, вот так вот, по-моему. который там вправо вот так наклонен. Которые наклонен вправо, которые верхушка вправо, да? Да. Ну, вот такой вот, как я Ну, написал. я поняла, я поняла. Это обычный Понял, слэш. спасибо. А вот Так, такой вот, это або-або. бэкслэш. Або-або-або. И получается гент. Нет, просто ген. Не Гену. гент, а ген. Гент. Ген с маленьких, да? А, я же не запустил. Да, это вот тоже бывает, как думаешь, почему бот не работает, а там он не запущенный бывает. Обана. Работает? А, команс. А я команс. Команс. А. Ну, в общем-то, как всегда, сейчас будем кучу случаев. А, я еще не закрыл добавок. Нагромождение программ училось. Да неужели? Мало ошибок. Ошибка опять, или Повседневная практика показывает, что новое
Вообще без пробела модель организационной деятельности играет без пробела важную роль в формирующей. Ну, там, где пробелов нет, просто подправлять нужно. В конце строк вот тут вот пробелов надо понаставлять. Как изучаешь? Они просто подевались куда-то. В этом же, я так понимаю, и есть судьба-то, чтобы изменять текст. Нет, я имею в виду вот в конце каждого из блоков с другой стороны, поставить пробелы. Новая модель организационной деятельности. Кстати, так. у меня по той же теме, все по той же теме, но при этом просто с разных статей. Ну, в этом прелесть рандома. Ну, конечно, псевдо-рандом, но нам такого рандома достаточно. Он не боится повторяться. То есть, например, вероятность того, что когда я буду вызывать бесконечно рандом, он выдаст мне все числа, от, там, допустим, от 0 до 1203, мне не маленькая, так, мне но не она так. Есть. Мне не так. Мне дают две статьи по той же теме, но только разные статьи, а потом меняет тему. Прикольно. Интересно. Ну, вот так работает, наверное, видать. Какой вот так, рандом. Больше ничего не будем писать, да? Или вы нам просто что-то покажете? Ну, можно было бы сделать еще, чтобы у нас были аргументы, мы могли к этому писать к команде. Ну, то есть мы, допустим, написали бы вот так вот /gen и, допустим, один. И всего он там, всего там небольшой текст. Например, 2 уже побольше, и 3 там самый большой такой. По-моему, это не надо. Ну, просто на всякий случай, мало ли вам... Просто понадобится такое. Ну, это мало и понадобится. Да, а писать телеграм-ботов прям всем нужно. Ладно. Ну, на всякий, если что, я вам примерно сейчас покажу, как я обычно делаю. Телеграм-боты могут деньги приносить, поэтому всем нужно. Ну, да, тут еще дополнительно. А тут еще и бесплатно вдобавок. Да, вся эта информация есть... В интернете бесплатно, ребят. Ну, хватит только в интернете менее понятно. Ну. Тут можно спросить, если что. Надо просто искать, да. Там, да, самому разбираться. Нужно разные источники смотреть. Ну, зачем самому разбираться, когда есть 15-летний мальчик, который разбирается по этой. Мальчик, который разбирается. Да. Лень, матушка. Причем ладно. Бесплатные задачи, ну, лень. Чего? Да. Лень, блин, самая, да, лучшая для меня. Так, халявщики, я смотрю, да? Ну, а что халявщики? Следующее так, занятие такой вам год, какой-нибудь за такой век, что работу, тут... Да. Тут Вот так вот. Ну, всё. Можно, в принципе. Было прикольно. Так, значит... Чтобы напишите получить... 300 строк телеграм-бота. Да, там чисто пробелы. Ты все 300 строк. Вот. Да. По поводу того, значит, у нас будет... Хотя, может даже Telegram сам предусматривает, может, можно даже вот так вот args сделать и print args. Ну-ка, мне самому интересно, может быть, Телеграм, может быть, Павел Дуров такое уже придумал. Так, допустим, ген. Ну, да, скорее всего, missing аргумент. Ну да, нет такого. Ну, вот так, в таком исполнении, как минимум. Значит, переменная args у меня будет равняться следующему. То есть, допустим, я напишу ему ген, 1, 2, 3, какое-нибудь еще слово и так далее. Между этими словами будут пробелы. Поэтому он по этим пробелам как раз-таки это все разделит и возьмет от этого срез. Возьмет от нулевого элемента срез, ну,
С первого по последний. Поэтому вот так вот тут пишем старт, а стоп не указываем. И сейчас давайте просто выведем хотя бы аркс. Ну или даже вот эти вот. У меня какое-то соединение с ботом, это нормально? Соединение с ботом. А, возможно... Вот просто соединение пишет, и сообщение не отправляет. Точнее, отправляет, но он на них не отвечает. Возможно, там что-то случилось. Так, значит, давайте напишем ген. Допустим, 1, 2, 3. Привет. Вот, и у меня будет следующее. У меня будет вот такой список возвращается. Ген, 1, 2, 3, привет. И таким образом я получаю как будто аргументы. То есть вот команда, а вот ее аргументы. Вот, а так, вот таким образом я вот этот вот ген, он у меня убирается просто, и у меня останется всего лишь только аргументы. Ну, это, грубо говоря, можно сказать аргументами к команде. Вот, вот они выводятся. И, значит, я могу вписать уже следующее. Я могу просто вписать проверку. If args 0, допустим, равно 1, то тогда у меня текст равен, например, не очень большому. Он, допустим, у меня всего вот так вот два столбика делает. Вот, допустим... Ну, давайте. И так далее. Давайте дальше. If args 0 текст равен 2, у меня уже побольше. А если if args 0, ну, то есть нулевой, самый первый. Нужно было очистить историю. Не знаю, кстати. Может быть. Ну, я просто очистил историю, нажал старт, ген, и все. Может, у меня тоже бот заработает, когда я чищу историю, а то он что-то мне не давал. Я там просто надел кучу всего. Вот, ну, давайте еще добавим сейчас ветку else, что, допустим, что у меня текст, он равен. Я везде забыл вот это вот добавить. О, повторяется с прошлой историей. Да. И если вдруг мы не указали никаких аргументов, ну, давайте вообще сделаем вот так вот. Просто если вдруг не указали никаких аргументов, то текст целиком мне пишется. Вот, и значит что? Главное, чтобы не было index auto finish. А такое может быть. Давайте попробуем, ладно. Так и быть. Так, вот так вот. 1, 2, 3, наверное, ошибку выкинул. А, не, нормально, все. Так, допустим, 1. Что-то не выглядит. У вас тоже есть? Что? Что, Кирилл? Сообщение. У вас было точно такое же сообщение, как и у меня. Там вот где товарищи, постоянный количественный рост, сфера нашей активности играет важную роль. Ну, у меня точно такое же. Есть. Бывает. Так, аркс. Что-то не похоже, что оно работает. Конечно. Что? Message текст. Да, Саш? Потому что у вас это... Да, мне подсвечивался вот первый текст. Первая надпись текст. Не подсвечивалась, так скажем.
Не знаю, кстати, вот почему я тоже что-то обратил внимание, но не знаю почему. Так. А почему он не... текст поменьше не делает? Сейчас. Странно. А, я, наверное... Ой-ой. Упс. Я, наверное, бота просто не перезапустил. Он старой версии там работает, похоже. Я же вам говорил. Так. Хотя и на это, честно говоря, не похоже. 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 Не оно. А в чем дело, я не понимаю. В чем соль? Я не пойму. Может, мне else что-то портит. Но странно. Странно сейчас. Нет, я что-то ошибок не вижу. Это странно. То ли глаз замылил, то ли что, но... Не похоже, что они есть. Так, list index out of range. Это понятно. Это логично было, что эта ошибка вылезет. Сейчас сделаем для нее исключение. Ген один. Так. Ага. Ну, вообще отрабатывает все. Должно быть нормально. Допустим, давайте ген 2 сделаем. Ну как, различаются тексты? Наверное, когда вы изменяете, наверное, не работает. Ну, когда изменяю, это понятно. Так. А почему это понятно? По идее, вы уже поменяли сообщение. Почему ну, бот, он просто так не обрабатывает. Так, допустим, два. Ой. Я просто привык, что, ну, как в консоли работает, что я стрелочку вверх нажимаю, и у меня там предыдущая введенная команда вылезает. Понятно. Странно, вот он как будто того же размера получается. Я не знаю, мне, по-моему, else опять как-то подводит. Он почему-то как-то некорректно у меня всегда работает. Наверное, обиделся, что вы его во всем да, меняете. Реально. Обидчивый. Обидчивый, больно. Давайте вот сделаем, чтобы циферка 3 была. Да, конечно. Так, угу, небольшой текст. Допустим, 3. 3. Такой нормальный. Допустим, 2. Поменьше. Ну, вроде 1 работает. И 2. Ну, они вроде они различаются. Ну, это прям... вроде. Да. Визуальная иллюзия. Все иллюзия. Ладно. Давайте сделаем как раз-таки обработку ошибки, что если я пустой, ну, как бы без аргументов отправляю, что вот получается, если if... Все остальные эльфы нужно сделать эльфов эльфами. Вот, если длина аркс, если длина аркс, ну, лен меньше единицы, вот, то отправим пользователю сообщение
Ну, а нет, мы просто сделаем текст равным... Message. После ген... Цифру, цифру, цифру. Подводят и руки, и else. Да. Укажите после ген число от 1 до 3. Вот. Это будет в случае, если мы ген напишем без всего, но ему видно все равно. А, ну у меня этот принт, он просто мне мешает, потому что проверка-то идет после него. А вызываю я элемент, который не существует. Так. Вот. Укажите после ген число от 1 до 10. Ой. 10, так. И язык, и ноги, ой. Не каркай. А ты сейчас и ноги свалите со стол. Не надо. Не дай бог. Ну да. Значит. Ну и давайте else. Все-таки его добавим. И что вот если вдруг мы какой-нибудь дурацкий текст указали, пусть он скажет то же самое. Вот так вот. На этот раз, я думаю, else мне скажет, все хорошо. Так, конечно. Все, ребят, давайте сейчас эту штуку сделаем. Не успеваем сегодня на клавы гонки мы. Вроде... Ну, вроде хорошо работает. Получается, нет. До свидания. Да. До свидания. Все. Хорошей недели. У меня вопросов нету. Хорошо. Все, так, до свидания. Хорошей недели. Давайте, ребята. Пока. Да, всем счастливо. До свидания.